Здравствуйте, с вами передача «Дом, сад, огород» и Наталья Джоева. Ну что ж, мы убираем урожай, кто-то еще не все убрал, и выкапывая картошку, убирая морковку, свеклу, иногда замечаешь, что самые красивые, самые крупные клубни как будто откушены, погрызены, вот с такими вот дырками, иногда много. И главное, не мелкий, некрасивый картофель, а именно крупный. Что же это такое? Кто позарился на наш урожай? Слышу, все кричат, что это крот, но вы не правы. Крот относится к млекопитающим насекомоядным. Крот питается исключительно личинками майского жука, другими насекомыми, может полакомиться дождевыми червями, но на картошку, морковку и свеклу он никогда не смотрит. Он их не кушает. Но давайте же подумаем, кто же это может быть? Есть несколько вариантов, и первый вариант – это слепыш. Это животное, которое вы сейчас увидите, посмотрите, как оно выглядит. Итак, где же водится этот слепыш? Слепыш водится на Украине, на Западном Предкавказье, Закавказье. То есть он любит тепло, теплые почвы, теплый климат. Но это животное очень активно начинает размножаться во все стороны и сейчас встречается даже на Южном Урале. Как же выглядит это животное, вы уже посмотрели, а я скажу, что оно вырастает до 35 сантиметров, то есть это бывают достаточно массивные животные, и весом до 500 грамм, представьте, полкило. Это достаточно упитанный хомяк такой. Но правильно, конечно, он называется слепыш. Кстати, многие люди кротов считают слепыми, но это не так. У кротов очень маленькие глазные прорези. Интересная особенность у видов кавказских кротов. Их глаза покрыты кожистой пленкой. Но даже с этой пленкой кожистой они не слепые. Они прекрасно видят на метр и полтора, дальше, конечно, уже размытый фон, и прекрасно различают свет и темень. Ну а вот слепыш, он действительно слепой. У него на место глаз кожистые складки, покрытые щетинками. У этого животного хорошо развиты передние лапки, они с такими четырьмя пальчиками, как крысиные лапки, потому что он ими как раз и загребает землю, роет норки и туннели. И хорошо развиты зубы, резцы. Вот это действительно животное-грызун. Итак, как же живет этот слепыш? Он строит многометровые помещения себе в земле, в несколько этажей. Верхний этаж, который он использует для того, чтобы находить вот как раз корнеплоды. Дальше нашел он корнеплоды, вот выросли у нас тут грядка с морковкой или грядка с луком или с картошкой. Он мелкий картофель начинает утаскивать себе в кладовочку, которая находится гораздо ниже. Вот из верхнего этажа у него есть вот такие практически вертикальные шахты вниз на второй подземный этаж. Вот там у него кладовки. Некоторые люди, которые задаются задачей найти свой урожай, куда же он пропал, находят кладовки, слепышей копают и находят. И в них находится до 15 килограмм вашего урожая, вашей картошки, вашей морковки, которую он утаскивает себе на зиму. Потому что слепыш не впадает в спячку, и зимой он тоже должен питаться. Вот, а еще ниже кладовки у него снова третий этаж, снова вертикальное ответвление вниз, и на глубине иногда 3 метров у него находятся спаленки. Там ему тепло и хорошо. Вот какое интересное животное. Как же с ним бороться? В принципе, если завелось у вас это животное, то бороться нужно с ним с одним, он очень плохо размножается, 2-3 слепыша еще в год максимум.
Я потом буду рассказывать о других животных, и вы поймете, что слепыш еще не так страшно. Но, к сожалению, когда мы боремся с кротами, мы там, допустим, включаем ультразвук или ставим железные банки на палки, чтобы были вибрации в земле, кроты уходят. Но слепыш из-за того, что живет очень глубоко, ему все равно на эту вибрацию, ему все равно на ультразвук, это ему нисколько не мешает. Поэтому бороться с ним крайне сложно. Но умельцы-огородники, конечно, придумали такую хитрость. Слепыш, когда строит свои огромные катакомбы под землей, он выбрасывает всю землю наружу. И выбрасывает, и не закрывает дырочку. Там у него идет приток воздуха свежего. И вот нужно забросать листьями, палками вот эту дырку в норку, сверху поставить ловушку. Слепыш, живя у себя под землей, в конце концов начинает возмущаться, а где воздух? И начинает выползать, посмотреть, в чем дело, может, тут нужно разгребсти, и попадает в ловушку. Вот таким вот образом можно поймать этого слепыша. Следующий вредитель, который зарится на наш урожай, это водяная крыса. Огородники, чьи огороды и участки находятся рядом с водоемами, прекрасно знают, какое это бедствие. А водяная крыса, а вернее, правильнее ее называют земляная крыса, это не та домовая крыса, которая живет в домах или на свалках, потому что у нее совершенно другой образ жизни. Просто она так называется, и внешне она похожа на крысу. Живет в водоемах, летом у водоемов, там плавает, охотится, а осенью приходит на близлежащие огороды, где уже созрел урожай, которым тоже можно лакомиться и запасать на зиму. Крыса тоже не впадает на зиму в спячку, зимой ей нужно чем-то питаться. И вот тогда зимой она становится вегетарианцем и ворует у нас часть урожая. А с нынешними ценами, конечно, это не очень камильфо. Поэтому, что мы должны сделать? Во-первых, мы должны помнить, что крысы размножаются моментально, как и все любые крысы. И если завелась у вас одна, то к концу лета у вас численность может увеличиться в разы. Дальше, крысы, в отличие от слепышей, не строят многометровые катакомбы, нет. Их, как сказать, многоквартирный комплекс находится на глубине максимум 25 сантиметров, 15-25, но это огромная разветвленная сеть тоннелей, тут у нее, допустим, прорыта комнатка для спаленки, тут для принятия пищи, тут для размножения, то есть земля может быть испахана вся, и учитывая то, что она активно размножается и их становится много, то урожая вы можете просто не найти, она все утащит. Точно так же, как и слепыш, она крупные клубни не тащит, она просто их выгрызает, откусывает из жадности, понадкусывает все самое большое, а маленькое утаскивает. Поэтому, когда мы с вами копаем урожай и видим, что самый, блин, хороший картофель покушан, сразу знайте, это либо слепыш, либо водяная земляная крыса. Только они вот оставляют вот такие улики. Дальше, водяная крыса, как с ней бороться? В отличие от слепыша, достаточно легко. Она тоже боится ультразвука. Единственное, что таких ультразвуковых установок понадобится несколько. Еще она очень не любит резкие запахи. Резкие запахи, допустим, нефтепродуктов, бензина, солярки, и очень не любит запах дегтя. Мы можем этим воспользоваться. Берем тряпки, обмачиваем их либо в бензине, либо вымазываем в дегте и втыкаем и в норки, и втыкаем там, допустим, вдоль грядок или по периметру участка, и все. Больше туда эта водяная крыса не зайдет. Вы будете таким образом избавлены от ее нашествия. Травить таких животных нежелательно, потому что потом мертвую крысу может поесть ваше домашнее животное, кошка или собака, и они, к сожалению, могут тоже скончаться. И отравленная крыса может просто разложиться, и яд попадет в землю. Поэтому боритесь другими методами. Ну а сейчас давайте рассмотрим
следующее. Поговорим о следующем. Наша передача продолжается. Мы с вами сняли урожай, и сейчас мы с вами должны делать семена на будущий сезон. Почему должны? Во-первых, это экономит деньги, во-вторых, это экономит наше время. И, допустим, давайте разберемся, как же мы должны получить семена огурцов. Многие из нас берут первые попавшиеся огурцы, допустим, которые вдруг на грядке при сборе урожая сами начинают желтеть, то есть которые мы проглядели, и оставляют их на семена. Это в корне неправильно. Нужно смотреть обязательно на само растение. Оно должно быть урожайным, оно должно быть здоровым, и на нем никаких признаков вот болезни не должно быть. Тогда мы можем взять с него огурец на семена. Вернее, не взять, а оставить, специально оставить. И оставляют обычно на семена первые огурцы. Это очень важно. Последние огурцы оставлять на семена не очень хорошая затея, потому что растение уже истощилось, оно уже собирается к осени погибать, и вдруг ему нужно вырастить семенник. Нет. Но, к сожалению, конечно, если вы оставите первые огурцы на семена, в дальнейшем это растение не будет давать огурчики, потому что биологическую роль огурец уже выполнил. Все. У него семенник остался, зачем ему еще заморачиваться? Вот в этом загвоздка. Поэтому всегда сажайте огурцы с учетом того, что одно-два растения у вас останутся не на урожай, а для будущих семян. Дальше. Если вы сажали огурцы, и у вас на пакетике с семенами был вот такой знак F1, то на семена оставлять огурцы с такого урожая нельзя. F1 с итальянского переносится как «филли», «дети». Как получают вот эти гибриды F1? Вот были где-то два огурца, два сорта огурцов. Папа, грубо говоря, и мама. Допустим, мама очень урожайная, но все время болеет, и не переносит засуху. Второй сорт, грубо говоря, папа, он не урожайный, но он жароустойчивый и хорошо борется с болезнями сам, не заболевает. Вот эти два сорта скрестили и получили высокоурожайный, не подвергающийся болезням, засухоустойчивый гибрид, вот этот вот F1, который мы с вами покупаем и сажаем. Если мы возьмем потом в дальнейшем семена из получившегося урожая, этот гибрид уже распадается опять на эти сорта, и у нас вырастет черти что, но не то же самое. Поэтому, если вы планируете семена делать сами, то изначально вы должны покупать пакетики с семенами, где нет этого значка гибрид. Это должен быть просто сорт. Итак, дальше. Для огородников, которые только-только начали заниматься огородом, напомню, что на семена используются огурцы вот такие желтые, а не зеленые. Вот желтые, коричневые – это уже самое то. Итак, вы отобрали какие-то семена в огороде, вернее огурцы, посмотрели, ага, вот этот огурчик я оставлю на семена, он должен дозреть прямо тут же на растении, его не нужно отрывать. Чтобы его случайно не сорвали ваши же домочадцы, можно плодоножку перевязать веточкой, чтобы он не сгнил. Из-за влажной земли под него можно подложить дощечку, и вот он так спокойненько у вас дозревает. И перед осенними дождями мы его срываем, он еще доходит при комнатной температуре, и мы с ним начинаем работать. Итак, вот у нас с вами огурец. Желательно выбирать огурцы с четырьмя стенками. Бывалые огородники говорят, что именно из таких огурцов получаются очень урожайные семена. Дальше. Огурцы, конечно же, должны быть чистыми, поэтому огурцы нужно промыть. Вот видите, сверху у нас земля, а в земле могут находиться споры болезнетворных грибов, болезней, которыми любят болеть наши огурцы. Поэтому огурчики мы промываем. Дальше что мы делаем? Мы ищем место, откуда огурец у нас рос, где была вот эта палочка. Вот здесь у нас была плодоножка. Мы безжалостно делим огурец примерно на 4 части, и вот 1/4 часть спокойно обрезаем
части выбрасываем. Если мы возьмем семена из этой части, то вырастут потом горькие, невкусные, противные огурцы. Вот эти семена не годятся, мы их выкинем, не нужны они нам. Так, теперь оставшиеся мы разрежем. Вот нам не повезло, у нас трехкамерный огурец, но будем надеяться, что семена с него тоже будут нормальные. Разрезаем вот на такие части. Дальше мы берем стеклянную посуду и в нее выковыриваем вот эту серединку с семенами. Вот так вот, прямо вместе с внутренностями, с соком. Вот таким вот образом. И то же самое мы проделываем со всеми частями. Вот эта жидкость семян с соком называется мезга. В дальнейшем мы должны оставить ее на 2-3 дня, она должна забродить. Это очень важно. Так, сейчас мы выдавим последнее, и я вам покажу. Вот эта мезга должна забродить. Почему? Во время брожения произойдет разделение вот этой слизистой части, слизистой оболочки от самих семян. И еще произойдет обеззараживание семян, вот этой верхней оболочки. Она обеззаразится, потому что происходит процесс брожения. В дальнейшем мы должны будем эти семена промыть и поставить сушить. Сушить мы их поставим, можно положить их, допустим, на салфетку, и они спокойно у нас будут сохнуть. Вот обратите внимание, я сейчас положила свежие семена, и прямо видно, что на них вот эта слизистая оболочка, вот которая и должна перебродить, и сохнуть они уже потом в дальнейшем будут без нее. Как же хранятся семена огурцов? Хранятся они в темном, теплом месте. При температуре от 10 до 18 градусов хранится, а семена огурцов могут долго. Они очень долго сохраняют свою всхожесть. Но на следующий год использовать семена, которые мы сделаем сейчас, нельзя. Они должны хотя бы 2-3 года полежать у вас где-то в закуточках. И только тогда они станут урожайными. Только тогда из этих семян будут появляться именно растения с женским типом цветения. Поэтому сейчас мы их высушим, положим, и пусть они 2-3 года у нас где-то в шкафчике спокойно лежат. Мы только будем иногда доставать, любоваться, проверять, все ли нормально, и убирать дальше. Вот такой интересный нюанс. Но это не касается, допустим, семян помидор, семян баклажан. Вот их лучше использовать свеженькие, так же, как и семена перца. А огурцы вот таким вот образом. Дальше. Полежали они у вас 2-3 года, вы их достаете. За месяц до того, как начнете сажать либо рассаду, либо уже высаживать в землю семена, за месяц, и кладете самое теплое место в своей квартире, сухое, естественно, и теплое место. Раньше семена клали в мешочек и вешали за веревочкой, и она висела вот так вот на теле вместе с крестиком и грелась от тела. Вот такие семена, прогретые за месяц до того, как вы их посадите, давали очень большие урожай. Вот про этот нюанс тоже не забудьте. О побелке с различными добавками, полезными для наших растений, мы поговорим в следующей передаче. Но это все, что мы успели рассказать вам сегодня. С вами была передача «Дом, сад, огород» и Наталья Чуева. До новых встреч!